Но он говорит о любви к Творцу, он говорит о любви к Творцу, он говорит, что он готов от человека отказаться от третьего состояния, потом даже от второй категории, потом от первой категории. То есть все эти три категории выполнения существования, но отмените существование же свое, как это возможно? Что он хочет сказать? Что ты можешь отказаться от удобств, от того, чтобы быть чересчур богатым, от того, чтобы вообще быть обычным человеком, рядовым, вплоть до минимального насущно необходимого, минимального. Быть просто, как он говорит, спать на скамейке, одежда в лохмотьях, хлеб ты находишь, выкинутый на улице, в мусорных баках ковыряешься. Это тоже способ существования. Достаточно тебе так существовать. Чем ты лучше, скажем, лошади или осла, скажем, к нам приходили, там, где мы учились, на улице Хазон-Иш, там было пастбище для лошадей. Там были, все было пусто, сейчас там застроено, а там был сад напротив кладбища, и там они гуляли. Был очень хороший сад, ничего там не было. Последний дом на улице Хазон-Иш был наше здание было. И тогда приходили лошади, ногами буквально эту защелку откидывали и ходили там, мы там выкидывали много после трапез продуктов. Они там ходили. С одной стороны, видишь, лошадь ест из мусорного ящика, а Рабаш говорил, это ангел. То есть уровень ангела в том, что ему ничего для себя не нужно. Ему достаточно поесть кусочек, буквально из мусорного ящика сухарик скушать, и ничего кроме этого. Главное — выполнять действия Творца. Нет у него потребности к большему. Ну, для выполнения миссии он, может быть, делает что-то. Это нечто иное. И это во внешнем, это отмена внешнего, это существование, поддерживание реальности. Готов ли ты отказаться от внутреннего? Внутреннее — это не жизнь, материальная, не материальная жизнь. От материальной жизни готовы отказаться множество людей, в этом нет проблемы. Внутреннее в том, что ты изменяешь свою суть, свой взгляд, свое «я». Ты соглашаешься с внутренними изменениями против твоего эгоизма, который настойчиво упрямится, а ты все-таки определяешь на чашу заслуг в пользу Творца, а не на пользу фараона. Это самая тяжелая работа. Не соглашаться с собой, не соглашаться с тем, что я, как я. Это вещь очень тяжелая. Это дано только исключительным избранникам. В этом, в общем, работа. В наши дни это уже иначе. Находятся в общем исправлении. Посмотрим, как это будет. Но до сего дня только избранники удостаивались.